Я хочу напомнить, что сегодня идет 464-й день ожесточенной войны. В горячей войне мы Украину победим за 2 дня. Чего ее побеждать-то, господи, ну Украина. Ну а в столице нашей родины, городе Киеве, наверное, уже все в шоке. Практически ежедневные ночные обстрелы нашего мирного города Киева со стороны Российской Федерации. Такого не было за прошедший год ни разу. Именно месяц май стал самым страшным месяцем для нашей столицы. Обстрелы сначала происходили каждые 2-3 дня, а теперь происходят каждую ночь. И эта ночь не стала исключением. Но спасибо нашим партнерам за патриоты. Теперь это украинские патриоты, и они отрабатывают на 100%. Если бы не они, наш Киев, наша столица, давно бы была уже полностью разрушена. И этой ночью Российская Федерация запустила на город Киев более 30 воздушных целей. Это ракеты Х-101 и Х-555, которые этой ночью выпустили со стратегических бомбардировщиков с акватории Каспийского моря, и дроны-камикадзе «Шахет», которые также летели с различных направлений сегодня ночью на Киев. Благодаря удивительной волшебной работе нашей противовоздушной и противоракетной обороне, все 15 ракет и 18 дронов были сбиты на подступах к Киеву. Практически до Киева не долетела ни одна ракета и ни один дрон. В Киеве были слышны оглушительные взрывы, но эти взрывы были именно на околицах Киева. От осколков ракет и от осколков дронов, которые падали на землю, есть разрушения, есть раненые. Возникло множество пожаров. Все это планово устраняется соответствующими службами Киева. Слава ВСУ, героям слава, смерть врагам, Украина понад усе. Аминь.